Мурманск не отстает от общей тенденции больших городов, в которых трансформаторные подстанции давно стали урбанистическими арт-объектами. На проспекте Ленина разноцветные стены удачно вписались в архитектуру домов сталинской постройки. Мурманск – столица Арктики. Так звучит слоган нашего города, яркие буквы которого с помощью трафарета старательно наносят ребята из Дома молодежи. Они хотят видеть свой город современным и красочным. Всего за лето планируется украсить граффити более 12 трансформаторных подстанций. Город у нас довольно серый, а еще северный. И последние две недели у нас и погода не радует совсем. И в принципе это лето какое-то серое выдалось. А так вот какие-то яркие пятна появляются, уже приятнее жить. Кроме подстанции, молодежь Мурманска до наступления холодов превратит в арт-объект строительное ограждение вокруг кинотеатра «Родина». Для этих целей провели конкурс современного изобразительного искусства «Городские истории». И выбрали две композиции, которые и нанесут на забор. Здесь все-таки это больше стрит-арт, работа сделана в цветах бренда города Мурманска. И нам бы вообще очень хотелось, чтобы таких объектов в городе становилось все больше и больше, город становился все ярче и ярче, прекраснее и прекраснее. Наверняка такое творчество придется по душе всем жителям и гостям города. А ребята в очередной раз показали, как с помощью кисти и красок можно за пару дней превратить серую неприметную стену в дизайнерский предмет искусства.